Всем привет, Стальной Хват России, 864-й привет, необычайный, я много раз так не передавал, но в общем-то это нормально. Сегодня массовая калибровка, оператор Коля Архипов, хороший человек или плохой, потому что привез столько эспандеров, что у меня теперь сил больше не будет до конца года. Значит, мы подобрались к остаткам, наводим вот такие эспандеры, причем я покажу, что один непростой эспандер. Вот GD Iron, вы знаете про эти эспандеры, с двумя пружинами по бокам, скручиваемыми дополнительными ручками, с удлинителями. Я снимал уже два фильма полных, их можно тоже найти. Ну, Коля хочет знать про свои эспандеры, сколько у них на последней калибровке. Но вот этот эспандер мы наводим. Он, да, подарен. Надо закрыть вот этот эспандер на последнем положении, четко снять фильм, предоставить корейцам, и тогда вы получите. Здесь, конечно, не будет ни Архипов Николай написано. Может, и Архипов Николай будет написано, это по просьбе. Будет ваше имя и фамилия. Вот мы сейчас быстренько снимем калибровочку. Но, ребят, Коля сказал, мне не надо значения остальные. Мне только на последнем измерении. Ну, спасибо ему за это, что он не стал меня добивать до конца. Потому что на самом деле уже очень много снято калибровок. Видите, значение 80, 10, значение 6. 80 последнее. Давайте посмотрим, что у нас будет на последнем положении. Но не забываем, не закрывается не внизу, а закрывается наверху. Не дожали? Не. Все. Ну то есть четко все, да? Не коснулись. Угу. Вот так, ребят. 68,6. Вот такое усилие. Кок 3,5, но необычайный, потому что. 3. О, кок 3, да. Кок 3 уже заговариваюсь, понятно. 69 килограмм. Видите, здесь нету касания. Причем у Коли он такой своеобразный. Здесь больше должно расстояние оставаться, но у него там проблема существовала с этим эспандером. Это в следующей серии, следующий приезд. 70 килограмм, почти 70 килограмм, ну, кок 3, тяжелейший, на последнем значении. Так что остальные, в общем-то, Николай будет знать, что они, естественно, меньше. Возможно, будет биться с этими цифрами. Здесь 70, здесь будет, может, поближе к 69, здесь поближе к 58 и так далее. Ну, калибровка снята. И GD Iron 90. Он помассивнее. У него немножко другая шкала, поэтому мы сейчас и его откалибруем. Калибруем его и посмотрим, сколько на 90 значение будет, ну должно быть за 70, да, там вроде бы. Да, да, да. Сейчас посмотрим, насколько за 70. По нулям, поехали закрывать. Опять же, закрытие не внизу, а закрытие наверху. Нормально? Ну, да. 74 килограмма. 74 килограмма. Ну, я сейчас посмотрю. Ну, так и будет там. 74,5 бы было бы, 74 килограмма. Вот такие Айроны, GD Iron 80 и 90. Очередные калибровки на последних положениях, потому что на остальные не будем снимать. Уже все-таки сегодня под сотню калибровок. Это у меня уже машина даже дымится. Вот такие эспандеры. Вот. Можно приобрести их. Тут две у нас фирмы, наверное, в России продают их, да? Да. Да, Heavy Grip у нас, Hand Gripper. И Медвежья Лапа. И Медвежья Лапа. Торгуют ими, так что, ребята, хотите, приобретайте. Но для многих очень некомфортно, что не закрывается внизу. Некомфортно, потому что ты тогда не дожимаешь, и вот это именно дожатие мизинцем не отрабатывается. Ну, остались у нас зениты. Это в следующей серии, чтобы это все получится. Да, это чтобы было разбито. Встречаемся в аппетите.